В буквальном смысле побороться за здоровый образ жизни решили сотрудники Щелковской детско-юношеской спортивной школы. Они считают армрестлинг незаслуженно недооцененный вид спорта, который может быть весьма популярен в Щелковском районе. Проект, предполагающий создание инфраструктуры для проведения мастер-классов по борьбе на руках и ее популяризацию, презентовали в Щелковском районном культурном комплексе. Представляемый проект связан с популяризацией армрестлинга, одного из самых простых, интересных и вместе с тем массовых направлений, которые могут способствовать развитию и популяризации здорового образа жизни. Устоявшийся стереотип – армрестлингом могут заниматься только взрослые мужчины с недюжинной физической силой. Члены проектной мастерской уверенно опровергают. Это развивающий вид спорта на все возраста. Борьбой на руках могут увлекаться и девушки, и дети. Необходимо лишь знать и соблюдать определенные правила. Решающим в победе является техника, тактика, удельная сила, скорость и психика, как в дзюдо. Сражаются стоя, за специальным столом, прикрепленным к основе. До недавнего времени борьба проходила в сидящем положении, но в настоящее время широко используется положение стоя, что придает лучший эффект и требует участия всех групп мышц. Плюсом также является то, что для армрестлинга практически не требуется какого-либо специального оборудования или экипировки. Все, что нужно – удобная обувь и закрепленная поверхность. В рамках реализации проекта в городе Щелково планируют установить несколько столов для борьбы на руках. В качестве площадок рассматривают места массового скопления людей, например, Щелковский парк. Ну а дальше профессиональные тренеры детско-юношеской спортивной школы организуют несколько мастер-классов. Необходимы нам шаги для реализации. И мы поэтому обращаемся к партии «Единая Россия» с просьбой о содействии и привлечении к обсуждению данного проекта широкой общественности из числа жителей нашего города. И ведь реализация проекта позволит улучшить физическое, эмоциональное состояние большинства числа жителей. Сегодня, когда ко мне инициативная группа обратилась, и нашу мы назвали «Мастерская идей», мы с удовольствием это поддержим и ждем сейчас от других видов спорта, от других инициативных групп своих предложений для того, чтобы вовлекать наших людей, нашу особенно молодежь, в занятия спортом. Я поддерживаю этот проект и постараюсь популяризировать его в своей публичной организации. На данный момент реализация проекта рассчитана вплоть до сентября. Первые масштабные мастер-классы планируют провести в рамках Дня города. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».